он на нас уткой летит. Вон тоже поплыл крикаш. Посмотрим, куда он пойдет. Ой, сколько их там много плавает. Эх, закрыли у нас охоту, жалко, жалко. Сколько много дичи. Пару селезней добыл и все, душа спокойна. Просто сколько много дичи, сколько их летает. Мама родная. Вечером обязательно с манками сядем, покрякаем, послушаем уточку. Только взлетают, крякают. Вон две штуки летит. Вон еще один полетел. Вон у берега там еще сидят целая стайка. Вот такая у нас красивая панорама. Друзья, всем привет! Мы рады вас приветствовать на канале Охотничьи просторы Томича. Сегодня 2 мая. Вчера должно было быть у нас открытие весенней охоты в Томской области. Как всегда, по традиции, мы приезжаем охотиться под данное охотхозяйство, которое вы видите на видео. Так как охота у нас закрыта, мы сегодня посидим вечерку с духовыми манками, покрякаем, поманим уточку, послушаем ее, посмотрим, что у нас из этого получится. Утка есть, утка летает, видели много утки. Вот покрякаем, попробуем подманить. Ну, опять же, придем сюда часа через 4, через 5. О, залетали. Вон еще две слетели. 7 штучек уже слетели, но это черки. Сейчас пойдем в скородок. Вон, кстати, сел. Хорошо видно. Вон две летят. Вот, 7 штучек подняли. Сейчас пойдем в наш городок. Старый, прошлогодний. С тобой только стульчик и маночки. Без ружья, мы законопослушные граждане. Вот они летят. Черки наши. Сейчас будем манить. Устроим им музыку всякую разную. Петряковую, петряковую. Все подряд будем изображать. Посмотрим. Может, кто сядет к нам, постараемся запечатлить. Прям, ну, постараемся. А там посмотрим, что с этого получится. О, крякаем. Пойдем. Вставляли палки. Сейчас это все дело у нас стало расти, появились, так сказать, листочки. Очень хорошо, то есть палкам, которые мы втыкали, мы дали новую жизнь.
и я думаю, если к следующему году охоту откроют, тут вообще будет шикарный, просто шикарный скородок. Ну а мы, наверное, сядем чуть-чуть повыше, что если к нам кто сядет, чтоб на камеру это было хорошо видно. Все-таки ребята решили в скородок сесть. Там вообще сидеть неудобно. И опять же ничего не будет видно. Пробуем здесь. Постараемся снять что-то веселое. Ребят, слышно. Косачи такуют. Прям хорошо слышно. Утка летит. Ребят, не знаю, слышно вам, нет. Гуси летят, где-то гогочут. Прям отчетливо слышно. Не знаю, будет слышно на камеру, нет. Не знаю, ребят, видно на камеру, нет. Вот мы подманили селезня. Сейчас попробуем его спугнуть. Ба! Видите, полетел. Недовольный, крякает. Вот, подманили его маночком. Ребят, крякают вообще со всех сторон. Просто темно уже, плохо видно на камеру. Повсюду плавают. Не могу настолько приблизить, чтобы показать вам. Ну, посмотрим, если еще сядут чуть-чуть поближе, попробуем заснять. Вот и закончилось, ребят, наше весеннее видео и фото охота в этом году. Теперь осеннюю охоту. Посидели, покрякали, что смогли, то запечатлили на видео.
Если это видео заслуживает лайк, то ставим лайк. Если дизлайк, то значит дизлайк. Подписываемся на канал Охотничьи просторы Томича. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.